Привет, дружище. Вот. Спинка округлилась. Молодец. Так что юный прайд сезон выстоял. Смогли ребята за себя постоять, самоутвердиться. Такие крепыши, что султан, что гирей. Кстати, друзья, поговорил я с Витей. Он говорит, что Руслан к нему приходит, когда он работает здесь вот. И Витя его еще дополнительно подкармливает. Видите, уже стало прохладно, что пар аж из ноздрей льва идет, изо рта. Так, хотел начать перекличку, но что-то передумал. Ладно, друзья, чувствую, что здесь активных действий мы с вами больше не увидим. Поэтому двинемся дальше. Осенние краски гаснут, листья опадают, и чувствуется, что на пороге зима.